принципе, я жду не дождусь, когда реворкнут шаманов или ему обещали после реворк, ну, после фиксов толгородских шмоток. Это прям полностью изменит 4 на 4. Какие-то элементали будут бегать. Еще больше говна, да, на экране. Там у него ротация усложнится, там шоки надо будет комбинировать. Вот, а у тебя на ретрике какие там символы? Ой, я, блядь, не помню, но правосудие точно и... Что-то там экзорцизм, блядь, а второй я не помню на чё. Наверное, на эту порчу, да? Мастерство дает. Может быть. По-моему, я мастерство так собрал, у меня глора там. Я без этого символа. Ну вот, никакой интересный символ, блядь. У тебя мастерство сколько? Если не хватает, то... Не, у меня... Не, вот смотри, я, ну если я так соберу... Допустим, пояс упадет вот здесь, ТТГ с мастерством. Будет перекат. Угу. Что поставить, не знаю. Надо смотреть. Экзорцизм тоже такая вся хуйня, блядь. Редко юзаемая. Ну да. А там и выбрать больше нехуй. Шлите на самокат сначала. Что за хуйня? Да это я срывал лок. Поднимайтесь, бегите, чё. Ну, пиздец, ты одного моба танчишь, ты спулил двоих, а танчишь одного. Что за параша? Или бейте одного моба, чё вы, блять? Ассист. Чё, тебе ассист отдать? Не, ну что, по ассисту перелетал, когда тебе на другую цель бахают, на котором мне тогда вот он сорвался. Заглушение. Ебать, что-то мы их месим долго, что за залупа? 25-ка стоит. Блять. Да ну нахуй, ебать. Ничего, 25-ку зашли вообще. Ебать, я думаю, когда мы раздуплимся, нахуй. Блять. Я мы бичи, блять. Сука. Мне кажется, вы в ЦЛК пересидели сегодня. Пошли, пошли на выход, нахуй. Брюли, блять, не сдохни там, беги на выход. Алло, блять. Ебать, мы кора, нахуй. Сука. Брюли, ты где? Ты бежишь? Я тебя встречаю. Бля, прикинь, убили бы собаку. Меня бьет. Сука, меня убила. Ебать, тело собаку убили. Вспомнили бы нахуй потом. Потом лут такой. А что так? Можно убить? Нет, нельзя. А что так шмота скажет много нахуй? Да, что-то урона дохуя, блядь. Ой, сразу опнутый, не прикольно. Не заходите, сейчас я, блядь. Сука, я хуею. Там же лужи не исчезают, да? Фига, а какие-то мы бы били уже босса. Но стресс пишет, поэтому ему любится спать пошел. Не, было бы смешнее, если бы мы сейчас весь трэш еще захуярили. Нет, было трэш-то хуй с ним, блядь. Весь почистили бы, блядь. Не, прикинь, реально собака падает, блядь. Такие типы, нахуй, потные, блядь. Ёбаный рот. Чё так шмота много? Смотришь, шмотов 271, блядь.
5 шмоток, нахуй. Ну, в Т5, наверное, можно пробовать. Бать, как же легче, блядь, стало резко. А к тюрьмам будет тапаться постоянно. В натуре, блядь. Надо на освоение 10 идти, 25, 10 рублей. Чтоб после потных этих легче было. Да. Ой, такие простые стали. Я думаю, что мы этих двух ебаных мобов так долго бьем, блядь. Мы просто весим, блядь, я ему, нахуй. Сука. Ой, блядь. 2 ляма, нахуй. А там сколько было? 10, нахуй. Так, это 10 было. Стоим, хуярим, блядь. Моб еще разъебывает людей, блядь. 3 тела упало, блядь. Смотри, уже пол хп снесли. То ли мы их бесили 5 минут, блядь. Пиздец, хохма, блядь. Ну чё, надо походу сейчас 25-ку забурить. Может хотя бы Ганаша убьем, блядь. Чем черт не шутит, блядь. Там же гира нет, по сути, просто делать механику, не играть. Подожди, Войд, вопрос. А будет ЕП за приходу 25-ку сейчас ты так? Ну, вообще, типа... Нет, да, ну не... вот что, сейчас мы пришли, блядь? Не, типа, ну нам дистерым я... накинь. Не, а, ты угораешь. Я думаю, сейчас заболеет. Приход 25-ку, блядь. Ну да. Чё, потраили, не убили, хуй. Ну. Так герои, блядь. В ЦЛК дед ходит. Да, кстати, можно еще сейчас в ЦЛК пойти потраить. Чисто трэш похуять. На скелета сходить, который, блядь, разъебет нас. Такс, рыба. У стены справа. Ешьте. Значит, первая пати слева с миликами. Вторая пати справа. Не тупим, блядь. Вы все знаете. Мне так преподы на экзамене говорили, вы все знаете, блядь. Угу. А потом 2 получал. Все. Садитесь, пишем, блядь. Давай, теперь апати отходим налево. Да, даю отчет. Где вы там, блядь? 5, 4, 3, 2, 1. На пола нету. Да и похуй. Аккуратнее будьте. Ну, ебал, конечно, эту тактику, но. А чё, в смысле, я ж бегаю. А то, вот, давай, вот, блядь. Я как-то рассказывал, ты, наверное, не слушал, но тебя фикал хотел. Давайте смотрим, что будет. Ой. Ну, только в десятке эта хуйня откидывает. Так, РДДшники, чё у вас там, блядь? Притон. Лучи смотрим. Давайте, блядь, не протупите. Главное не соприкасаться противоположным цветам, вот рейндж подольше, побольше держите. Я пока не могу прочитать это заклинание. Надо подождать. Я пока не могу прочитать заклинание. Метки. Давай разольем ее, вот. Вместе разделим. И потом выйдем с нее. Только мы сдохнем, скорее всего. И сдох. На стресс сдох.
танк сдох нахуй. Не, не, ложитесь, давайте заново. Вы умрете. Кстати, а чисто в теории шаман же может здесь резнуться, если он будет далеко от всех? Ну да, нахуй. Ну ты учти такую хуйню, что ты можешь... У тебя может пульсация появится, потом фиолетовый баф, нахуй, и ты сам конфликт словишь. Пульсация зеленая появится, а баф фиолетовый. То есть до того, пока на тебе метки нет, когда на тебе метки нет, еще тебя, на тебя и те бафы вешаются. То есть. Вот и в этом загвоздка вся. Еще мы, сука, рыбу не тратили в десятке, блядь. На стресс. Вспышка тьмы. Две штуки. Две штуки это 30 тысяч. Это ты сдох от этого, понимаешь? Рыба справа. Дайте столик маги. Это кто это в этом? В Фресте? У меня уже достаточно таких предметов. Так, все готовы для отчёта. 5, 4, 3, 2, 1. Геру-то, она спала. А, да. Если видишь, не скидывается эта хуйня, то ты поймай момент, когда она накидывается, и побегай. Она накидывается каждую секунду. Вот черная залупа вышла. Лоб, подойдите. Лучи смотрим. Локи, а чё вы киньте проклятие стихии? А вот чуть забыли, что у нас это совухи нет. Ну, я эрдрушник. Так, метка нет, черная. Нет, кто, нет. Кто это? Ну давай к станкам сбегаемся. С танком тоже то сдохнешь нахуй. И выходим с этой хуйни. Там еще гейзеры. Дрюли, выходи там куда-нибудь, хуй знает. С этой залупы, блядь. Чтоб ты не сдох. Блядь, есть же выражение, чтоб ты сдох, а я говорю, чтоб ты не сдох. Смотри, если сильно много луж стакается на одном месте, то, блядь. Выбегай, делай проще себе и хилу. Брюли сдох нахуй. Блять, я ебу нахуй. Ну, ты не знаешь, что отбегать надо от, от белой хуйни, от кружка от этого ебаного. Мы затанчим, заебись, блять. Пизду нахуй. Конфликт словил. Да? Да какой конфликт, блять, он сдох нахуй. Блять, круг этот белый разъебал под боссом.
Пизда просто, блядь. Покрушающий? Ну какая-то залупа. Сейчас открою. Смерть. А самая, которая откидывает. Ой, брюли, блядь. Сотрясающий удар 72 тысячи, нахуй. Вот брюли, блядь. Ты мне объясни одну хуйню, блядь. Ты вообще, блядь. Ёбаный в рот, блядь. Этого казино, да? Ты будешь на что-то годиться, блядь, кроме ретрика, блядь, и, ну, ДД-классов? Хилы, танки, никак не получается или что? Вот что делать, блядь? У кого хил есть? Ну, он только за ДД, понял. Ему надо научиться за танк. А нюансы. Танком вы о чем? Он танчил в легендах. Я не знаю, Легенда? Нахуй. Если у тебя не получается, блядь, встань так, чтобы ты, этот, был на РНЖ от ебаной собаки. Вот когда вот эти фиолетовые разливаешь, можешь вот у стены вот их разливать. Поставьте шкаф, пожалуйста. Если тебе сложно у стены, станчи не у стены, блядь. Ебать, как-нибудь сделай. Ну вот этот удар, блядь, сотрясающий, который ваншотит, его нельзя тебе ловить. Носки думают, и нахуй я пошел с этими бичами, блядь. Дайте шкаф, пожалуйста. Почему так думают? Спать все хотели просто, блядь, после ебаных 25-ок. Блядь, рыба... Я ставил, нет? Ты похуй на эту рыбу, блядь, и так убьем. Тут... А, да. Ставлю еще раз. Говноинск, блядь, Сергей. Сапрот только нужен на втором его, ну все. Вы заебали, нахуй, брюли, блядь, не лови эту хуйню, блядь, понимаешь, блядь, под боссом кружок такой белый, блядь. Это ваншот, блядь. У нас еще с диспелом весело будет, эти как будешь диспелить? Надо. А у тебя пока этот как его? ДБМ, когда это будет что? Такой ДБМ. Ну, ДБМ показывает, когда, ну, предупреждает. Не, или... нихуя не предупреждает. Носки. Не предупреждает, ты сам должен догадаться. Не работает он, что ли, у тебя? Нет. Ну, он вообще не работает как предупредитель в некоторых случаях. Короче, ну... ДБМ после работает у кого-нибудь. Не знаю. На этом очень хуево. Ну, сейчас вы видите, когда будут... Хотя даже, ну, он нет, здесь вообще не работает. Нет, он не показывает, только на своих ощущениях. Ну, втором, на третьем показывает. Этот же он показывает. Вы заебали, блядь. Вы что, сюда? У него свой какой-то беловский, блядь. Все, давайте, блядь, дай отчет. Просто для брюли аносите, если кто видит. А что ему аносить? Когда отбегать от собаки, когда она под собой хуйню кастует? Когда сокрушающий будет, чтобы он выбегал. Ебать. Брюли нахуй, ты это сам смотри. Ебать, вообще. Это анонсить. Блять, сказать труп, что это там чуть. Так он быстрый каст. И я не вижу, когда заранее он будет. Я пока проанонсил, он уже не добежит. Ну ладно, ладно, давай первый посмотрим, блять, чтобы он увидел сам. Просто, блять, нельзя его ловить, блять. Там он шот. Начал и много раз, блять, прям на последних секундах из него выбегал чудо. Ну, мне не показывает, честно. Вообще ничего. Вот смотри, просто вот эти РДД вышли. Вот видишь сокрушающий удар, этот белая залупа, которая весь рейд откидывает. Вот под да, этой хуй. Блять, бывает, застрянешь. Он 5 секунд вообще кастует. А застрять тут можно, вот кости лежат, в них только не забеги. В них можно а застрять. Блять, хуярьте, короче, блять. Только не сдохните на какой-то залупе. И даже поезда не анонсит, кстати. Какой поезда да. Сейчас будут. Да. Как, бля, как вы видите? Да ладно, блядь. Вышли. Он же кастует шквальные. Каст у него. Шквальные обстрелы. А, мы догадались. Это что за хуйня? Прохил? А, я понял. Это конфликт. Конфликт стихий. Да. Брюли. Конфликт брюли. Эй, блядь, брюли нахуй. Я, говорит, танчил, блядь. Блядь, брюли. Ложитесь нахуй. Вот брюли, блядь. Я ничего не имею против там, но ты мне объясни, блядь. Зеленый луч ты словил, вот я инфу сотку даю. Вот смотри. Полученный урон. У тебя метка фиолетовая. Нет, подожди. А, вот да, луч скверный, вот он. Вот это, как ты объяснишь? Вот эту хуйню. Шквальный обстрел скверный, блядь. Это зеленый цвет. Братан, блядь. Скажи, дальтоником стал. Стой у стены, стой у стены, блядь, стой у стены. И когда вот
5 секунд этого дебафа остается, нажимай панцирь антимагический. Баф этот спал, который лужу насирает стаками, выходишь с нее. И выходи до тех пор, пока вот в дебафах у тебя не будет ни одного бафа. Этот. Она краешком задевает эту лужу. Вот. Если хуево, продай незыбку. Отдай, блядь, этот. Как он называется? Ты не хилишься еще вообще нихуя. Че ты за танк такой? Какой у тебя спек вообще, блядь? Захват крови, для чего тебе бог дал, блядь? Ни кровавую метку не нажать, нахуй. А в гайде просто написано. Где воля мертвых, нахуй? Брюли, блядь. Брюли бедный думает, ебать, нахуй. Я сюда пошел. Вот эту залупу, блядь, переделай спек. Сейчас похуй уже как-нибудь убьем. Переделай спек. Убери. Говорит, поиграю в сапёра. Вот эту всю залупу РБКшную, там, болезнетворность, эту всю хуйню выкинь, нахуй. И сделай спек нормальный. 43 берется в крови до воли мертвых. Воля мертвых — это топ-талант, блядь. Если не шаришь, лучше даже не задавай вопрос, почему. Просто его надо вкачать. Блять. Дохнешь, пизда просто. Стой у ебаной стены на этой полоске, где нету поездов, блять. Если ты не видишь зеленый луч. Все. Это самое. Рыбу не буду ставить. Астерию можно пару. Блять, брюли, блять. Стою у стены, блядь. Даю отчет. Сокрушающий 5 секунд кастует. В следующий раз по стенке отбеги от него, блядь, хотя бы. Ебанутый босс, блядь, прыгать не заставляет. Кастеров особенно. Я пока не могу прочитать это заклинание. Блядь. Не лови эту хуйню, блядь. Лучше еще словишь, как брюли, блядь. Хули смешно. Новый мем, блядь. Ты хули мем, блядь. Все, блядь, эти поезда пошли. Вы тоже падали, блядь, поезда вышли. Вот с фиолетового вышли. С зеленого вышли. Блядь. Да ну нахуй. Ты там сокру, что ли, дал? Ага. Яси. Изер сразу два. Ну нахуй, чтобы не падали. Где-то шаман далеки, недалеко. Ну, не зыбка. Так. Смотрите. Так, ну обстрела пока нет, но скоро будет. Этот обстрел переживем без смертей и убьем. Вышли РДДшники. О, нахуй. Ух. Это он почилить решил. Я вынесу сам. Поставлю колбу. Не надо, не надо. Так, обстрел смотрим внимательно. Сейчас никто не дохнет. На лучах вышли. Все, бьем дальше. Доведешь до угла, повернешь и обратно поведешь. По этой же линии. Главное, нас не коснитесь, РДДшники. Ну, вы знаете, шарите. Мы никак, брюли. А давайте к центру ближе смесимся.
Ёбаный рот, меня спасти надо, давай к танку сбежимся. Тут там милики еще, помогите, сейчас будет это. Лужа ебаная. Ебать. А что, так... Бейте, 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 а на вент живой там? Бейте. 3 ДД, 2 ляма, бейте. Все, играйте. Брюлю один, дотанчишь. Выйди с этого круга, блядь. Надел метку нам забежать. На них не беги только, на них не беги. Все, лужи стели. Выйди с лужи. Подходите, бейте. Вы как ебать пробивает. Так вы что, под пульсацией-то в пятером стоите? У нас хила нет. Там Эновен... Да, но не в этом дело, оно по 3500 бьет. А, там Химис остался. Ну давай Химиса, ебашь нахуй. Вы же героем нахуй. Выйдите, слушай. Хил, ДД и танк. Все, Брюли сдох. Нихуя, танк убирать. Ай, блядь. Ебатория. А почему мы сдохли, мне интересно? У нас, наверное, стаков было много. Вот этого дерьма. А, да, точно, там же увеличивается. Да, там же увеличивается урон, блядь. Зубы там. Может, такой случай это вообще продавать человека? Надо было меня продать, нахуй. Ебаный. Да. Получается, я как Брюли, блядь. Убил всех. Войдули. Брюли, войдули. Войдрули. Дерево же. Ебаный шаг, нахуй. Бревнули, имеешь в виду? Бревнули. Ник спидить надо, нахуй. Давайте я вам рыбу победоносную поставлю. Нахуя? Одна единственная. Что-то мне кажется, блядь, в сове, если бы я был, вы быстрее бы ебанули. Так, а ты захилишь в одного, нет? Ты хуйня? Пиво поставлю. Или не получится? Да. Давай я попробую в сове, нахуй, а то я как долбоёб там стою. Блядь, а кого-то надо тогда убрать. А кого туда поставить? Ты будешь там дышать. Сука, мне пока вставать же надо. Да и некого нахуй. Да и ладно, похуй. Был бы у тебя кот. А тебе даже фласку сильную выпью, блядь. Я чё тут? Самую сильную. Самую сильную. Самую нахуй сильную. Самую сильную. Гематогешку выпью еще, скажи. Достают от темы? А хуй знает. Да, похуй. Блять, забери, ну стаунти. Ёбаный в рот. Брюли, блять. Ебать. Брюли там сидит, думает, воет, заебал нахуй. Душнило, ебать. Зато потом будет топ-танк. Сон уже одним глазом играет, вторым уже спит. А. Да, в принципе. Я вынесу. Так, а ты кто? Ты спасешь? А, вынес, ебать. Вынес, нахуй, проверяй. А, да, отличение. Ой, бля. Ща, погоди, давай финт ушами. Ну-ка, давай тебе. В КД, да, было клуба. Только постой отдельно. Сейчас, ну-ка. Так, вставай сразу. Постой, почини. Жди метку, не подходи никому. Случай вышли. Ты должен словить зеленую, по идее. Ну, по правилам, типа. Черную точно не должен словить. Да, зеленую. Все, хорошо, иди бей. На тебе лапку. Каску ему дайте. Если осторожно, то можно. Ну, тут сбегаться не надо. Ебать. Было. Свои плюсы, блядь. Взрыв, нахуй. Я словил 10 тысяч под дубовые. Ну, кстати, от гейзеров никто не умирает. Вообще. Ну, если он один, как бы там он не шотнет. Если стаков нет. Ой, я стан словил. Ой, нихуя себе. Вот и стой так это. Не обязательно вот так упираться. Ой, в стену. Ты там прыгай просто, блядь. Ой. Брюли, блядь. Главное вот это на это. Вот сокрушающая, видишь, хуйня, она шотает. Кто там с меткой? А, глыба, хорошо.
Поезда. Поезда вышли с поездов. Прошли, вышли. Ебать, великолепно. Бля, десятки, конечно, хорошо ходить, но, сука... Зато к 25-ке быстро готовишься. Угу. Там мой шмот на САУ лежит, нахуй, за такие страдания, блядь. Смотрите, блядь, сладость близкой победы, блядь. Чё с хуяк? СРДД минус, нахуй. Так, что метка на ком? Медики. Медиках. Так, ну давай, Т4, там, массакру давай, какую-нибудь хуйню давай, короче. Сдох, сдох, нахуй. Все, уже поздно. Уже похуй. Ну это минус 1, а не минус 4, зато. Да, это хорошо. Я думал, он с ними там стоит, чтобы это засейвиться как-то. Отбежал. Угу. Он никак бревно ли. Ебал я этого босса прыгать как даун нахуй. Пизда, кто его придумал? Лучи, лучи, смотрим внимательно. Ебать. Прошли и вышли. Я за портал не стоял. Ебать, нихуя. На ком там метка, на зеленых? А, это я, у тебя глыбы поди еще есть. Нету нихуя. Ебать. А, ебать, победа, блядь. Нихуя себе. Сложного босса. Да. Так, что там? Кожа. Я бы перчи взял, если никому не нужны. А какая чарка там, я не вижу. Там 2% крита. 2% крита и перчи, блин, с чаркой на лука. На лука, ГЦ кто-то. Камон. Слышишь, давай, давай, давай я возьму, короче, попробую покрутить. Может быть, на них сработает. То у меня 270, не знаю, на них может не работать. Я бы тебя взял гранадил их. Ты хочешь меня забрать? Шамана на твинка. 200. Ну, эти ж, ну, сапожки получше были бы. Короче, я это, наверное, заберу. Да надо попробовать это, чарку эту почарить. Вот не попробуй знаю. Это изнуть. Ну я попробую изнуть, но у меня с собой-то ее нету, блять. Ну там попробую, короче, если не получится, то закинуть я. Жезл ну, кому надо. Можно же просто починить их. Ну, через админов. Ну, попробую, короче. Да а, похуй, там... сейчас это. Кому жезл надо? Никому надо. Там вроде всех есть уже. У кого, у кого распыл есть? У меня. А, да. Он, кстати, у кого? Ник, ник. Вот прыгаю, Тимиса. Притон, бери себе. Ебать, вы не пылите эти шмотки? Да. У меня есть 260. Оставьте просто... А будет 200... Оставьте себе, вдруг их, блядь, еще апнут. Оставьте будет, нахуй, будет, не пылите. У меня 271, блядь, шмотка лежит. Нахуй вам эти 60, блядь, голды ебаные. Оставьте а себе этот жезл, блядь. А, он высокий-то, все понял. Вот, а вот на этих запах что за чарка? Какие запах? Кистерук, это налог. А, кистерук. Налога там чарка, да? Да, там налога, проклятие рук. И чё, кому она с локов нужна? Не. Ну, блядь. Я не рисую. Я тогда голову одену Т4, а эти Т4 свапну. Ну, с этим эти одену кисти. Так чарка. Это вам обоим вам нужна или чё? Чё-то так и не понял. И это тому, и другому. Химиса и Притон, вам обоим эта чарка нужна? Мне нет. Я, ну, мне чарка сама нужна, но не на кистях точно. Это кто говорит? Это Химиса говорит? Это Химиса говорит. Так, получается, Притону отдаю, да? Да, давай, да, а то да. У меня вообще надо. Чарка бы на ноги, был бы вообще за... Ну, я и хочу на ноги такую же чарку, но, блядь, явно не на кистях. Кисти как-то слишком дорого на такое продавать. Да, там тоже крит, это, короче. Я не крит. Понимаю, почему я не вижу, нахуй, чарки, нахуй, на этой хуйне? Чё за пиздец? Ну, я через рейдрол, блин, смотрю. Рейдрол? А как её на рейдрол кинуть? Криво поставился, почти, скорее всего,
Тебе перестановить надо. Ну, типа, у меня установить есть специальная в рейд-роли панелька, типа, которая показывает весь лут, который падает. И через нее я навожу на предмет, и мне показывают чарк, которая там в виде зеленой надписи. Ну, как обычно. Брюли, бей, баба, чё. На, короче, эту залупу ебаную, похуй. Ебать, это чарка. Это чарка еще на получается. И на демона тоже. Да. Я тебе говорю, там обе чарки и на демона, и на Африка, и на Дестрика. Там две чарки, что ли, блин? Там одна. Одна. Ну, вообще, вообще две чарки у Лока есть, но это одна. Чего? Вот это хуй. Давайте суманем. Ну, ты сходишь, чекнешь. Да нахуй надо, пизду. Чарка. Просто получше мне будет все-таки кольчужные, которые падают. Ну, пускай тогда эти у меня остаются. А одна чарка тупо СПД увеличивает, а вторая вот ты видишь. Я кстати, рука, типа, увеличивает урон. Я, кстати, может, покручу, одни на крит сделаю, одни... Может, там вообще две разных чарки выпадет на двух тапках. Ты кидаешь проклятие рока, да, на этой чарке? И да. Еще, да. И тебе еще к проклятию рока идет второй эффект. Тебе там могущественный рок или что-то такое. И он бафает именно урон. Там урон написан. К каждой способности, какой дает. Ну да, это считай там две в одном, блядь. А вторая чарка, то практически такой же эффект, только вспышка скверны, которая просто добавляет СПД. 276, что ли? Че, легкий босс остался? Самый белый. Ура, любимый босс. Любимый босс Левайпа. На самом деле, ну, как по мне, самый простой из них твоих. Он самый простой, если сопротов. Ну, по факту. Ну, ты просто не хилил. Че вы там встали у входа, блядь? Я тоже его не хилил. Подходите сюда. Не хочу, он страшный. Брюли, давай. Мне кажется, вы хилить жопу полнейшую. Даю отчет. Похуй. А герой КД? А, ну, да. Так. Ты не прыгай. Ёбаная привычка ебаная. Ага, я тоже. Брюли, когда скажу, дашь панцирь. Давай панцирь нажимай антимагически. Быстрее зеленку тыкай. С черного пола вышли. И не кости. Я знаю, что это было. Костер, да? Потому что, да, потому что мы вышли с черного пола, но шар остался без людей, поэтому дамаг пошел. Не знаю, конечно, что в этом случае делать. Надо стоять в этой черной. Да, да, да. Тут-то сейф. Я щиты кидаю специально. Бомжи выходят. Встань кто-нибудь за брюлю, наверное, чтобы он не водил. Я уже... Да, похуй. Поводит, ничего страшного. Там главное. За мной вышли. Ну, блять, меня сферы две штуки бьют, нахуй. Проклятие вынесли. Сезон проклятия. Вынесли. Пол. Да я сдох, нахуй. Да меня три сферы били или две. Сука. Щупальца, блядь. Не добьете, ложитесь. Сука, и никто не. Ну да, конечно. Ну, ложитесь, в смысле, там. Если Геру не давали, можно и выйти. Этот. Да, она сбрасывается. Нершами там по косту на дыхании хотя бы пару раз. Я могу свичнуться в Ршам, у меня такой полурублевый. Да ты просто не назначил это. Мастер аур на каком дыхании кому давать? Кому там сокру? Т4. Сокру и Т4 мы оставляем на этот на конец. В конце уже когда мы первое дыхание так захиливается, второе дается. Второе ты мастер аур давай. А Энвен там на свое усмотрение, там на третий, на четвертый дашь. Тут моб, кстати, не знаю, чего тут пошли. Кто там до босса добежал? Ждите сюда назад, у нас тут моб.
Ну, я не знаю. Да свичнись, хули, Варшаму. Может, да, проще. Я уже свичнулся. Ну, такой, типа. Два, да три, похуй. Цепуху там поставишь. Сколько хосты там? Я не знаю, сейчас. Тысяча. Нормально. Ну, пойдет. Ну, он, это просто элемские шмотки, по большей части. Но я умею за шаму только цепухи кастовать, если что. Так так и надо. А че природ... надо шаману, кроме цепухи? Природная стремительность есть у тебя? А, есть. Это... Это талант у шаму. Да, 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 понял, все. На дыхании, когда хуёво будет, да, отдашь там наверное, цепуху дашь. Угу. Поставь тебя. Ну, покамон СС. По хилам СС, чтобы не падали. Да, ну давай на Войда СС. Этот, это кто? Химиса давай на Войда. Ну, Апритон, да. Апритон. А притон давай на этого, на шаман. На шаман. Да. Сейчас мы, кстати, с тобой свичнемся туда. Вместо локов, например. Так вот. Ты что за огурцы? С талантом без. А хуй знаю, я взял и все. Еще раз проверь. Ну, мои с талантом будут. Да похуй, я уже взял. Ну вот берите, похуй. Я не могу взять уже. Все, короче, даю отсчет. Все, выкинь и возьми. Да уже не могу, уже время нет. Так, Грюли, готов сейчас этот, как он? Оставь это залупы. Готовься. Давай панцирь. Давай панцирь. Не успел, да? Я понял, блядь. По всем миликам дамаг хуярит. Так, ладно, постоим. Бомжи на меня. Брюли, отойди, бомжи на тебя там. На стресс что-то на маг какой-то лутаешь, блядь. Тут в какой-то залупе стоишь. Выведи, давайте, выведи, блядь. Геру, давайте уже. Проклятие вынесли. С проклятием вышли. Вышли, вышли из бублика. Блять, залупа проебали пацана на. Так, проклятие выносите сейчас. И готовимся заходить скоро. Стоим возле бубликов недалеко. Заходим. С массакру незыбку всю хуйню отдаем. Выходим. Стаунтите босса. Навен сдох. Проклятие. Понял, блять. Открыли. Надо тебе с Эйновеном, короче, хилить, а мне в сове быть. О, сдыхаем, вайпаемся. Чё там по хилу получилось вообще? Да, ну 1005 у тебя есть, конечно, у меня больше, но, блять. Подходите сюда. Я в сову, наверное, прыгну. С Герой убивали? Да. Да, там под конец почти Киру кинули. Ну, как сказали, я кинул. Ну да. Четко по команде. Так, поставил рыбу, тут добегайте.
Мат первый сдаешь и скидываешь. Я его хватаю. Там я и мат сдам, и плюс сокро. И выживаем. Заранее сдаешь. Тикало сразу перекинулся. Я увижу, я схвачу сразу. Да у меня что-то, блядь, ДБМ не это багается, не показывает, когда дыхание, чтобы перед дыханием дать. Не надо, он только... Ты на его косты смотри. Да, он только начинает. Перед костом успевать давать. Не обязательно даже если... Не обязательно, там если он хотя бы один тик... Похуй, да, следующий, чтобы под, ну, под резистом ушли. Жрите рыбу. Ой, есть живс. Брюли, ты это самое... В курсе про таймер? Поставь таймер под мини-карты, выстави себе, вытяни куда-нибудь. Когда пулишь босса, одновременно включай таймер. На 20 секунде босс на тебя будет кастовать эту залупу, которая станет. После... Через 5 секунд после нее он будет кастовать дыхание. Эта хуйня вокруг тебя на 15 метров ауешит миликов. Заранее на 18, на 17 секунде нажми панцирь, чтобы эта хуйня ушла в панцирь, понял? Все, сделай эту хуйню. То я тебе постоянно говорил, давай я сам сейчас сделаю. Можно потом, дживс, дживс. Потом дживс. Также, когда панцирь откдешится на 120 секунде. Дживс я хуй знает, у меня нету. Так, ну, блядь, я вообще не... Минутки нету. Че, кто-то сломанный или че? Я да. Блять. Кому дживс надо? Все, я уже улетел. Поставьте шкаф. Ставим. Спасибо. Погнали. Так, возьмите огурцы. Но это уже хуёвое. Да я чё? Хуёвое. Ну, нахуй нам такие нужны, блядь. Ну, блядь, без таланта, раз я в демо. О, поехали. Пиздец, блядь. Да вообще, сами меня спикнули. Поехали, Паша. Босса, не разворачивай спиной к нам. Так, танчи его. Все, припод сгорел нахуй, блядь. Ёбаный рот, нахуй. Ну, блядь. Охуенно. Что, дрочите там или чё, блядь? Брюли, ты тут? 5, 4, 3, 2, 1. Да не крути босса, зачем? У тебя бомжи побегут. Не знаю, кончился у тебя панцирь или успел захватить. Черный пол, смотрите сейчас. Ебать, чё так наносит сразу? Простить не надо, кого он пушит. А открылся, Мириков пойдет. У меня одного полетел? Не знаю. Мы играем. Дыхание скоро будет, готовьтесь захилить. После дыхания да. Геру? Да. Отведи босса, ты уже там разве. Да уже давай, Геру, выносите проклятие. На ком эта хуйня? Из бубликов сразу выходите, чтобы вас могли хилить. Химиса, блядь, ты в бублике стоишь. Сука, выйди, блядь, не захились. Я повторюсь, я вылез. А, все, я понял. Я думаю, блядь, что за хуйня. Ну, блядь. Еще проклятие, вынесли их. Убьем босса. И сразу вышли из бублика, чтобы вас захили. Танка не проебить. Навен, ты в этой хуйне стоишь, а? Вооружение. Зашли в этот бублик. Не просто все сдохли, нахуй. Блядь, бублики были в черном полу, блядь. Я с краю стал. Ложитесь.
Сука. Сейчас хорошо, кстати, разлили. Дрочево ебаная, нахуй. Ебал эту хуйню, нахуй. Мне тоже надо починиться, он таларан слетает. Да я сейчас поставлю здесь. Блять, два бублика в черной хуйне, блять. Ничего, решал дискурден, шаман какой-то новичок в дискурден написал. А чё там по раге там, чё-то, когда у него рага надо, там, чтобы он не кастовал два заклинания одновременно, не кидал? Ну, сотка, чтобы накопилось, это перед, перед 50% обычно стопают. Я такое только один раз видел у пугов. Как обычно хуй ложили на эту хуйню. Оно, помимо того, что на переходе еще может... Это хуйня. Типа там, блядь, 50% стукнуло, ты вот эту стоп прождал, рага у него скинулась, с нуля опять начинает копиться. Потом уже переводишь за 50. Что это в итоге дает, не знаю. Черный пул. Потом бублики. Черный пол и дыхание одновременно. Наверное, вот это. Так, вот рыба. Локи там сосите эту, как она называется, жизнь с боссом. Похищение жизни, блять, когда дыхание кастуется. Ебать, анекдот охуенный. Дживс, дед Дживс. Сейчас поставлю. От него пару кусочков. Чинитесь. Все готовы, написано новый отчет. 5, 4, 3, 2, 1. Так, ну мне выходить нельзя, по советам какой-нибудь. Что-то дубовую отдал. Нормально выжил. Это про вот эту кнопку сегодня спрашивали? Варшамов. Ну, моментальную цепочку. Да. Вам же пошли. Ну только не на меня. От шарика. Кого? От шарика главное. А, вот шарик исчез, все. В принципе, уже. Давайте, Геру. Проще захилить, сейчас следующее дыхание будет. Успокойся, стараюсь дать. Бублики вышли. 5. С бублика вышли, чтобы захилить можно было. Ну, я еще пыльцы забрал. Не вставай пока. Сука, встал. Ладно. Захилить химис. Отдал ауру. Я дал свою цесло. Ушел, освободил. Вышли с проклятием. С проклятием вышли. И когда оно выкинется, с бубликов сразу выйдете. Все, осталось бег... это сокрушение дожить. Ай, наверное, выйдите как. Сейчас сокрушение будет скоро. Поглощение, точнее. Ебать. Не по стволке. 7%. Да ебаный в рот, нахуй, сука. Бля, близко очень бублики эти все. Прям нахуй очень близко. Да еще в инсет этот ебаный не заходит, к лестнице подходишь и, блядь, туда проваливаешься, блядь.
А все же видят, да, что на них проклятие, типа, если что? Может, кто-то видит и не знает. Ну, типа, ДПМ орёт вообще, типа, проклятие ДПМ орёт, да. Типа, проще к стене вынести, блядь, чтобы, ну, тут хуйню не засирать. Бубликами, что ли? Угу. Что? Ну, да. А потом бежать ты чё, к бубликам? Не, ну ты если милишник, ну, рядом с собой вынеси. Ну, там рядом с тобой вынесу. Ну, я рядом, и вы, кастеры, тоже рядышком возле себя их ложите. Так, блядь, ну, они бы сейчас просто лежали почти все на решетке. И типа, вот сейчас после пола я блинкаюсь, блядь, а я с бубликами, я сдох, нахуй. Просто потому что я рядом с этими ебаными бубликами. Починитесь еще раз. Да, ибо чем заняться 2 часа ночи, нахуй? Угу. Это ты бы. Еще чарка нихуя не падает, хуйня ебаная. Сейчас запы могут выпасть какие-нибудь. Блять, стоп. Дай МК, дай МК, Мак. Ладно, поехали. Первый МК твой так. Что-то химиса там мана не нареснута, что-то. Ой, ну, мастер аура. Я нарис. Я шуб. Забирай третью. Вам же пошли. На танк, походу. На нельзя. Набрали идут бомжи. Че, может Геру? Да, да, давайте. Я просто не смотрю за хп босса, если что говорите. Проклятие выносить. Ой, пиздец. Неудобно, разолью. С бубликов 2 носка, бля. Так хуй спасешь вас, конечно, когда вы бублики, блядь. Блядь, ну чё он делает, сука, вот здесь, блядь? Что он делает в центре? Так, бублики вынесли. Погружение, если все переживем, всемиром. Готовимся. Дыхание. Сдай БР. Тотем на ману оставлю. И бублик кинулся, нахуй еще. Все. Да, пизду, нахуй, ложимся. Бля, ну кто в центре разлил, блядь? Ну. Что за пиздец? Мне походу, блядь, надо в три хила нахуй. Или в три хила. Же говорят, что все видят, блядь, что на них. Бублик, блядь. И разливают в центре. Тяжело вам хилить, да, наверное. Напряжно, да, потно. Ну а вот смотри, у меня, да, ластрай, сколько там, лям. 121, скажем так, да? Шаман 500, грубо говоря. Да шаман там слабенький. Я понимаю, тяжело. Ауе, я хорошо хилю, если тут ДЦ заряженный. Вот девчонка была, я как-то ходил, пиздец, с ней так легко было, я, ну, все захилил. Это еще старые инсты когда были. Ну что, 3 хила тогда. Ну, блять, самое главное... Может, лучше спекнуться в лему все-таки? Не-не. Помогай. Ты когда в леме, нихуя не помогаешь, тоже тяжело захиливать. Починитесь.
Бля, не там рыба. Так, минус 5% крита. И кастеров. Когда бублики выносите, сразу надо выйти. То есть бежать. Когда вот он кончается, на вас надо бежать. Чтобы вас сразу начали хилить. Я ж не дестрик, не крип, ничего особого не дестрик. Да, Лаура ушел на 4, ой, на 5. Я вижу, вижу, все. Бомжи вышли. Я их заберу сейчас на себя. Стараюсь. Геро? Угу. Бублики. Бля, очень далеко бублики. Еще одни будут, скорее всего. Ну и бублики близко поставили. Сдох хэкдаун, блядь. Поближе поставьте к миле. Со сферы выходите. Вот, именно сферы убивают. Вот эти вот черные. Вы прям в трех сферах стоите. Они же дамажат по 6 тысяч. В секунду. Их просто надо заклеивать. Ну что-то не клеивает никто под боссом. Миликов там сколько? Один милик. Два милика. Два нас. Вот уже ни одного. Вам либо выбегать, чтобы добили, и ждать, пока босс за вами отойдет. Потому что вы вздыхаете. Нажмите, что вы так пьете. Давайте этого босса убьем, потом вернемся. Надо чуть-чуть это разгрузиться. Ты хочешь диспелить? Да похуй. Да давай, нет, давай, давай. Давай уже похуй. Этого добьем, уже додушим. Да нет, это понятно. Просто он утаймляет, уже надо переключиться немножко это. На сейчас, того босса. Сейчас уже переключимся. Сейчас ебанем и уже переключимся. Просто надо каждый, чтобы знал, от чего подыхает. Вот эти сферы черные в конце, которые появляются, прям РДД от них уходите, и милики тоже от них уходите. Танк они не шотнут быстро, но вот вас, Титика, со стрессом. Либо их просто быстро закливать и все. У вас двое, я не знаю, вот если вы вдвоем будете кливать, сколько у них там ХП? Если закливаете, то ладно. Если этот, как он называется? Может, вам РДДшники еще помогут, там семечку кинут, два лука.
было бы неплохо. 170, что у них 1000 там, что-то такое, 160, 70. В принципе, несложно разъебать. Да пару метеоров в них, да там, блядь, бомба. Обычный РБКшный моб. Да. Носки. Хаваю. Ебать, нахуй мы в этот рейд пошли. Фух. Страдать. Чего мне все так просто спать? Мы бьем этого босса. Как ты умер? Вставай. Что, блять, вопрос? Вставай. Вставай. Каску по нему. Блять, у нас приставов еще нету. Свиток надо рунической стойкости было где-то взять. Освободил. Бомжи идут. На брюле идут бомжи. Не отдам. На следующий. Выведи их из лужи. Этот шар у меня исчезнет, блядь. Бесконечный какой-то шар, блядь. Вон сферы появились. Он постоянно обновляет. Разбейте две сферы. Давайте, Геру, разбейте две сферы. Бублики, право-лево. Он на мне тоже бублик. И сразу из него выходит. Ну вот брюли, блядь. Сука. Бублики долго стоял. Геру. Ебать, как мы дохуя людей проебали, блядь. Милики, это милики. Сейчас будет каст погружения. Ух, бля. Я ебу нахуй. Просто дрочево какое-то ебаное нахуй. Не знаю нахуй. Вон погружение. Погружение. Может, ну его нахрен. Пойдемте пока на первую. Передохнем. А если политика будет? Но стресс вон в компах сидит, у него время кончилось. Вы въебите сапроты, если вы падаете. Он брюли, блядь, даже на сапроте сидит. Пойдемте на первую. Я только что кончился 3 минуты назад. Пойдемте на первую. Да я шучу насчет компов. Пойдемте на первую, босса убьем. Притон без сапрота. Да. А у меня есть ЛССР? Эй, я на сапроте. Я там рыбу поставил, блин, на том боссе. А, на стресс все. Вот с концами? Ну как хули... Ну в девятером тратить? Нахуй надо, конечно. Это, завтра будут все?
Давайте добьем эту первую хотя бы убьем. Жрите. Завтра буду 17:00 по МСК. Я буду где-то ближе к 4 уже. А что на завтра? Тут так и 25. 25-ка ГМХМ, да. Потом рыбалка. Или перед рыбалкой. Что, ТТГ не закрыли? Не, после рейдов почилить. Ебаная ТТГ. Что, ТТГ играет сейчас дальше или что? Ну не знаю, нахуй, но стресс уходит. А что, вы на ком вайпаете? На тромбосе. Серьезно? Угу. Ой, нихуя шрофл, я на ДК еще один токен сролил с ГМ. Пятый. Че, вы хотите в 9 убить этого босса? Ну, давайте попробуем один. Конечно, раз. Убьем. Уже на танка пойдет. Снимите саппорт на притону, саппорт надо. Завтра... Блин, я не хочу саппорт на себя трацовать, тратить. Да, просто 9 номеров не убьем, но команда... Да, нет, если мы не будем падать... Нет, вы понимаете, если мы не будем падать, мы его убьем. Ну, типа, похуй. Я могу, допустим, на ДК вам помочь, если надо. Мне похуй. На стресс ты ушел уже, нет? Да, он ушел. Заходи на ДК. Ну, типа, 11к ДПС, но 239 4к4. Как бы я сейчас на МГ был. Ну, не знаю, если надо, я могу зайти. Надо будет завтра ГМ забрать бычку. Нашел для ШПшника. А где вы там, блядь? Че вы там на том боссе сидите? Вам дать саппроты, пацаны? Я не хочу. Два штуки есть. Два штуки. Вот кому? Химиса плюс. Мне заходить или я иконе пошел? Заходи.